Вот это намело за ночь. Сережа откапывает машину. Всем большой привет, мои хорошие. Начинаю новый влог. Сегодня 19 января, крещение. Всех вас с крещением. Мы с Сережей поздравляем с крещением. С этим светлым праздником. Всем вам огромного здоровья и счастья. Сегодня у нас двойной праздник. У Сережи день рождения. Именно сегодня. Именно в крещение. И как мы его начинаем отмечать? Мы в машине сидим и сейчас едем купаться. Сережа уже такая традиция, он на свое день рождения, в крещение, все время купается. Мы обычно накануне ходим, с 18 на 19, но так как вчера у нас была метель сильная. Работал я еще. И Сережа еще работал, да, допоздна. Вот, поэтому мы сегодня с утра, 19-го, все дело по делу, едем. Сейчас заедем за старшим сыном. Он хотел тоже поддержать папу. Вот, и поедем Сережу купать. Мы не будем. Мы ждем сына, сейчас он спустится. Вот здесь вот, прям можно сказать, во дворе строят ЗАГС. У нас в районе не было ЗАГСа, и вот строят ЗАГС. Буквально начали в октябре, по-моему, строить его. И вот уже второй этаж там смотрю. Вот, так что у нас будет свой ЗАГС. Не знаю, когда, правда, когда достроят. И вот такое место здесь не очень удобное. И так пробки постоянные. И вот еще и ЗАГС будет. Идем. Сережа купать. Готов? Готов. Скорая дежурит. Пожарные или что это, МЧС? А, эти стоят палатки теплые. Угу. Народ идет. Господи, я не знаю, я всегда думаю, как Сережа не боится, не холодно ему. Так. Че, подождем? МЖ. Ты куда пойдешь? В М или в Ж? Сейчас, Сережа, подождем сына. Там отлично. Праздником. Вас тоже. Так, сейчас Сережа подойдет. Вон он идет уже, сыночка. Нет, мы с ним не пойдем. Тут насыпали. Так. Сюда. О, боже, мне холодно. Все хорошо, жарко на улице, тепло. Мы этот, нет, мы не решились. Мне пока телефон держал, рука замерзла. Молодцы люди, которые, конечно, купаются. Сейчас ждем, Сережа выйдет. Пошел в раздевалку. Я зашла в женскую, посмотрела. Очень тепло там. Прям хорошо. А ветер все равно дует. Им жарко, приводит. Реально, тут, короче, женская. Ну что, именинник? Да. Ой, тебя волосы. Он родился. Волосы. Может, оденешь хотя бы капюшон? Нет. Заново родился? Да. Правильно, сегодня родился. Ну все, хорошо, едем. Именинник довольный. Сейчас едем в глобус. Все-таки праздник сегодня. Нужно будет купить что-то. Угощение праздничное. Вот сейчас заедем, отоваримся и домой готовить.
Так, вот что мы в глобусе взяли на сегодняшний ужин. Приедут все вечером с работы и поужинаем. Поэтому немного приготовлю. Здесь у меня куриные ножки и куриные крылья. Это я все буду сейчас мариновать. И для маринада терияки, короче, вот эти вот. В прошлый раз мы пробовали сразу уже готовые такая, как это назвать, маринад готовый. Вот, три штучки, я думаю, хватит. Так, это копченая грудка куриная приклеилась. Будет салатик у меня. Салат, значит, с грудкой, с морковкой. Короче, карусель. Вот. Дети попросили, сказали, хотим этот салат. Так, огурцы маринованные и шпроты. Захотелось мне что-то сделать, закуску советских времен со шпротами и с огурцом соленым. Вот, ну не знаю, прям захотелось. Поэтому буду, наверное, делать закусочку такую. И решила взять нарезку сразу. Там в глобусе прям сразу тут же при вас нарезают. Свеженькая. В общем, вот взяла две разные. Салями какая-то немецкая и зернистая. И также сырок чеддер тоже, чтобы не возиться. Вот так, майонез, это сгущенка, рулет. Дети нам нахвалили рулет, сказали, очень-очень вкусный какой-то рулет с маком. Я хоть и испекла тортик, но мы, наверное, сейчас прям попробуем. Все-таки день рождения уже началось. Вот, с Сережей сейчас чай попьем, а потом, если останется, а потом и вечером еще с детишками. Так, хлебушек тоже прям нарезали там. Это сухарики для салата. Не хотела торт свой никак украшать. Сережа сказал, пусть такой будет брутальный. Но вот купила физалис. Нравится он мне. И на тортике смотрится симпатично. Такой уж прям мини-дизайн. Так, мини-украшение. Это, как это называют, щавель. Просто тоже захотелось мне свежее. Свежая тарелочка будет щавель, укропчик, в общем, зелень, перец, помидорки, черри положу. И там у меня еще огурчик есть. Вот, все, такая свежая тарелочка, свежие овощи и зелень. И мандарины, мандарины, апельсины. Вот, такой небольшой будет праздничный у меня ужин. А, картошечку еще, картошку сделаю. Вот. За шампанским Сережа попозже сходит. Ну вот, наверное, все так. На вот это все на вот 4 766, ну короче 5000. Вот, ну что тут 5000, короче, ладно, я все время это говорю, никому не интересно. Все, сейчас будем кушать, и Сережа пойдет за Есенией, а нет, еще сходит за шампанским, и потом за Есенюшкой, а я начну тут немножечко подготовку. Мы сейчас уже собрались, дети пришли, и будем поздравлять Сережу, отмечать его день рождения. Всех вас еще раз поздравляю, желаю вам всего-всего хорошего, все, что вы сами себе нажелаете, и крепкого здоровья, самое главное. Сейчас я вам покажу, что приготовила на небольшой скромный ужин наш праздничный. Стол я, видите, повернула, немножко по-другому поставила. Ненадолго. Так, для разнообразия. Так, в общем, что у меня здесь? Огромный торт. Хотя на видео, может, он кажется небольшой, но на самом деле он очень большой. Это такой просто свежая зелень. И там огурцы, помидоры, сыр фетакса. И сверху полила бальзамическим соусом. Это вот бутербродики советские с шпротами и огурцом. Здесь салат карусель. Не очень симпатично выглядит, но он вкусный. Так, ну, нарезка, хлеб, вот и все, в принципе. А, так, еще что, вот, еще здесь у нас, ой, только сейчас достали, курочка. И пюре картофельное на плите. И вот арсенал. В общем, сейчас мы будем уже поздравлять Сережу, отмечать. Всех сейчас позову за стол. Так, мы сели. Я в кухне.
Чего такое? Да еще один хуй. Еще не пью. Ну что? С днем рождения! 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 Вон курочку кушай, бери. Вкусно. Я все еще люблю. Люблю, как в первый раз. И за любовь твою я отдала бы все на свете, милый мой. Я с тобой каждый миг на земле ведет к тебе. Жду чай. Чайник, когда скипит, заварю чай, все убрала, день рождения закончилось. Почему так быстро заканчивается все хорошее? И тортик, очень вкусный получился торт, очень вкусный. Прям шоколадный. Вот, я уже умылась, брала на кухне. Дети уехали тут после ванной. Пришла чай попить. Да, закончился день хороший. Сереже все понравилось. Сказал, хороший день. Вот. Я сейчас чай с тортиком попью и тоже пойду спать. Время 12 часов у нас. Дети уехали, старшие. Я одна пока. Я сижу на кухне еще. Ну, только сейчас убрала и намылась. А в машинку. Половина машинку загрузила, половина намыла, потому что все не поместилось. Вот. Этот день закончен, но, скорее всего, влог продолжается, потому что пока еще немного материала для влога. Всем спокойной ночи, мои хорошие. Влог продолжается. Всем доброго утра. Вот закончился праздник крещения. Сережин день рождения закончился. Вчера мы его отметили. И все, мы собираем елочку. Сейчас уберем игрушечки, соберем елочку. И до следующего Нового года. Пока убирали елку, у нас тут солнышко выглянуло. В общем, все. Елочка теперь до следующего года у нас. Положили в шкаф. Больше некуда. И сейчас буду убираться. Прибираться будем. Остались с дня рождения еще замаринованные ножки и крылышки. Сейчас поставлю в духовку. И будет у нас обед такой. Еще остались шпроты. Делала я на день рождения вчера бутерброды со шпротами. Очень понравились. Я их не делала, эти бутерброды, я не знаю, тоже, наверное, лет 20. И вот вчера сделала, и дети прям смели, можно сказать, сказали, очень вкусно. Вот, что значит советские бутерброды. Вот, и еще у меня была баночка шпрот, нарезала огурчики и поджариваю хлебушек черный. И сейчас еще сделаю бутербродики. Бутербродики готовы, картошка у меня готовится с курицей. Что у нас? Сегодня солнечная погода. Но морозная, минус 10, но солнышко. На этом буду заканчивать влог, мои хорошие. До скорых встреч. Всем большой привет. Пока-пока.